Здорово, одноклубники. Короче, вот такая чепуха приключилась со мной. Машина заведенная, как вы видите. Сейчас нажимаю на газ, но ничего не работает. Спидометр там. Мотор четко работает. Сейчас в таком положении ничего работать не будет. Если машину я заглушу, машина больше не заведется. Такое ощущение, будто приходится ждать там, пока там компьютер, мозг пока не заснет, и только после этого он начинает работать. Мы снимали этот, как его, КАЗ. Как этот, ну, вот эту суету. Вот КАЗ. Как там называется, не помню. Все очень аккуратно соединил, проверили, потом подсоединили, машина завелась, все четко работало, спидометр все работало. Я оставил машину поработать, чтобы согрелась, мне надо было ехать. Через минут 15 сажусь в машину, смотрю, там свет, как вы сейчас видите, есть, вот этот, потому что фары горят, но сам спидометр не работает. Пробовал там отсоединить, заново подсоединить, там может текер, может подумал, там пины согнуты, что-то еще, все четко там. Там трогаю, могу вот эти провода там потрогать. Но от этого разницы не будет. Вот, например, GPS, как вы видите, он сейчас сам выключился, когда выключается вот этот спидометр. Сейчас нажимаю на кнопку. Как вы видите, будто контакта еще нету, только этот радио и диск играет, мультимедиа. И сейчас, если я заглушу машину, я больше не смогу ее завести. Такое ощущение, будто первый на контакте ставится первое положение контакта, где просто свет загорается, но сама приборная панель не будет загораться. Приходится ее заглушить, оставить так не знаю сколько минут, и только после этого все начинает работать. На компе вот этот лаунч смотрел, вроде ничего не нашел. Я не знаю, в чем может быть проблема. Так что, может, кто сталкивался, может, кто разбирается. Если можете помочь, спасете Новый год. Вот так, короче. Спасибо всем, короче, от души. Удачи.